Всем привет! Сегодня покажу, как можно решить такую серьезную проблему с компьютером, как незапланированная, ну, так скажем, потеря напряжения, да, в сети. Я думаю, все сталкивались с такой проблемой, когда компьютер работает, и у вас вырубают свет, и в основном компьютер переживает эти последствия не всегда очень хорошо и выдает после такого разрыва при включении очень такие серьезные ошибки. Это может быть синий экран. Иногда компьютер пишет, что не может запустить жесткий диск после этого. Следовательно, он не может запустить Windows. И в основном часто люди пользуются таким моментом, как восстановление системы. Но не всегда эта проблема решается полноценно, и люди обращаются, приходят к такому решению, что нужно обратиться к специалистам и отдают свои компьютеры. Те, конечно же, скорее всего, будут грохать просто вашу систему и ставить новую, потому что все равно после таких жестких сбоев ваша винда может все равно скривиться. Но я вам сегодня покажу, как можно запустить компьютер после таких сбоев без всяких проблем, быстро. Я уже пользуюсь этим методом давно. У меня винда, конечно, тоже подглючивает после таких жестких выключений. У меня часто выключает свет. И у меня часто после такого. У меня даже бывает компьютер выключен, у меня просто свет выключили, включая все, у меня синий экран. Либо пишет, что жесткий диск не запускается. Ряд проблем выдает. Значит, что мы сделаем? Мы сейчас вот прямо в рабочем состоянии. Наверное, даже запустим какую-нибудь игрушку мощную. И прям возьму, выдерну его с розетки и запущу и покажу вам, какие ошибки он может выдать. Так, короче, ну чё, мы, наверное, вот у меня есть Crysis. В принципе, он очень требовательный, он нагрузит компьютер очень неплохо. Запустим, наверное, его. Сейчас он запустится. И мы его выключим. Так, ну вот все, наша игрушка запустилась. Вот мы все бегаем. Туды-сюды. Значит, что мы сейчас делаем? Сейчас берем и просто делаем вот так. Здесь у меня вот розетка идет. Здесь комп, буфак и монитор. Значит, смотрите, сейчас я нажму на вот эту кнопку, и все отключится. Вот, смотрим. Оп, все, приехали. Сейчас вон клавиатура потухнет. Все, комп подключился, вот. Все, не включается. Что мы делаем? Включаем. Ну, то есть сейчас я показал тот момент, когда вы также играли и не запланировано у вас. Отключил электричество и сейчас компьютер будет показывать очень такие неприятные ошибки. Он даже первый раз вообще может не запуститься. Усмотрим. Ну, пошла волна. Ну давай. Просыпайся, малыш. После такого нежданчика-то загорелся экран. Так. Первое есть у нас. Вот обычная загрузка. Нажимаем. Сейчас она выдаст синий экран. Все, пошло. Не грузится, вы видите. И сейчас он будет. Либо он сейчас отключится, либо он сейчас будет перезагружаться Так. А, ну вот. Опять жмем. Обычная загрузка Windows. Можно пойти по ступени восстанавливать. Вот опять синий экран.
По той ступени, что он там предлагает, что там восстановить систему, что-то там такое. Но в основном она не может. Да, вот запуск средств, восстановление при запуске. Я никогда этим не пользуюсь, потому что у меня это просто, ну, не помогает. Значит, что я делаю? Вот сейчас мы опять нажимаем обычная загрузка. Сейчас он у нас отключится опять. И мы будем заходить в BIOS. Сейчас заходим в BIOS. Сейчас зайдем. Здесь переходим в последнюю вкладку. Выход где? Так, сейчас покажу. Вот выход. Здесь есть три таких пункта. Load BIOS Default, Load Performance Setup Default, Load Performance Setup HC Mode. Вот эти три пункта нужно активировать. Сейчас мы это сделаем. Вот. Раз. Так. Два. Три. Теперь сохраняем наши настройки. Save config change and exit setup. Окей. Смотрим. Сейчас вот он перезапускается. И сейчас он включится без всяких проблем. Загудел, малыш. Давай. Загорелся экран. Нажимаем обычная загрузка также. Вот пошел запуск Windows. Но, кстати, не всегда именно вот эта последовательность действий включает его. Бывает такое, что приходится вскрывать железку и проводить тоже там интересные махинации. Если это видео наберет, ну, хотя бы 1000 просмотров, то я покажу, как это можно сделать еще тоже железно проверенным способом, после которого он включится, это точно, выдавая любую ошибку, в принципе, в системе. Но в основном серьезной такой ошибкой, которую очень сложно решить, это синий экран. Именно эту ошибку. Вот, все. Добро пожаловать, без проблем. Сейчас я попробую его просто отключить и включить заново, чтобы вы поняли, что никаких таких, как сказать-то, подстав тут не было, да? Сейчас он включится полноценно. Сейчас он тут мне активацию-то покажет. Надо тоже грохать уже Windows, переустанавливать. А то из-за этого он так долго включается. Ну, давай. Просыпайся. Сейчас включится. Сейчас скажете, да хер он там наврал, ничего не включается. Нет, все пошло. Все четко, винда запущена. В общем, вот весь тот метод, которым я пользуюсь, не всегда выдает именно синий экран. Иногда пишет, что не может запустить диск жесткий. И эта проблема посерьезнее бывает. Приходится вскрывать жестянку. Но это я сниму позже, потому что сейчас уже в этом видео неохота еще раз его выключать. Ну все, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам помогло
помог этот метод. И всем до встречи.